Артём, скажите, вы стали одной из немногих команд, у которой есть тренер. А как у нас вообще появился, и можете представить его нам? Ну, играем мы за университет ГМТУ, мини-футбол. Ну, в принципе, тренер у нас первый год. Учимся, развиваемся поначалу пока. Скажите всем, как его зовут? Усков Артём, сказал же. Сейчас у вас на поле, на бровке, вам постоянно подсказывал Александр Смородников. Он тоже является вашим тренером? Да, он и является тренером. А как он им стал? Ну, в университете предложили ему потренировать, вот, а он очень хорошо разбирается в тактике, в футболе, в мини-футболе, в частности. И поэтому его и поставили к нам. Почему сегодня проиграли с таким большим счетом? О, да... Усталость, в принципе, наверное, я не знаю. Ну, собранности не было в команде. Поначалу хорошо все получалось, но вот последнего паса не хватало нам. А крики, сбровки Александра вам как-то помогли? И тайм-ауты, на которых он вам что-то объяснял, как-то сыграли свою роль в вашей игре? Да, конечно, он подсказывает все, открывает нам глаза, чтобы мы видели лучше поле. В принципе, помогает. Хорошо, спасибо.